Ведущая «Прожектор» Пэрис Хилтон рассказали, почему 5 лет назад закрыли программу. Они поддержали западную истерию о том, что президент России Владимир Путин во всем виноват. Почему мы сейчас делаем вид, что ничего не произошло, и мы не знаем, почему «Прожектор» Пэрис Хилтон закрылся. Я для начала хочу напомнить, что в 2008 году «Прожектор» впервые вышел в эфир и в том же году перестал быть президентом Владимир Путин, а в 2012 году Владимир Путин снова стал президентом. А «Прожектор» закрылся, пошутил Александр Цекало. По словам ведущих, они надеялись, что шоу когда-нибудь снова появится в эфире. «Я лично верил всегда, на самом деле такие посиделки, которые показывали каждые выходные по телевизору, в нашей реальной жизни происходили и происходят. Вчетвером собираемся семьями, обсуждаем новости и смеемся», — заявил Сергей Светлаков. Иван Ургант поддержал коллегу. «Мы, как большая шведская семья, которая состоит из 4 мужчин. Мы на 5 лет расстались, сейчас начинаем привыкать снова друг к другу». Премьера нового сезона программы «Прожектор» Пэрис Хилтон состоится 4 марта. Первый канал обещает, легендарная четверка предстанет в полном составе: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян, Александр Цекало, и подарит своим зрителям тонкий юмор на злобу дня, свой взгляд на последние новости и обаяние, которому нет границ. Напомним, шоу выходило с мая 2008 года по сентябрь 2012 года. Съемка прекратилась из-за того, что Светлаков и Мартиросян лишились права работать на телеканале после продления эксклюзивных контрактов с телеканалом ТНТ. Понравилось видео? Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии, делитесь видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе последних новостей.